И после этого я цель прохожу. Нам говорят до сих пор, вы штампились из залка. У вас музей контрабанды? Да. Но если думаете, что я плохой, то я вас уволю. Крупнейшая ахметовская компания уголяла тут какую-то очередную свой юбилей. Ну, вас задекларовано 3 золотых годинника. У меня около 20 единиц оружия. Банок, берет. Это у меня жена стреляет, у меня дети стреляют. Вот эти два утюжка покупал в Вене. Никогда так в жизни не боялся. Вы приходили від імені начебто Анісіна. А потім ви відмовилися від співпраці, за що отримали серйозні кошти. Але ж це місце, воно ж у вас не задекларовано. В 15-му році кидали гранату домой. Хто кому, де принадлежить? Ружин сам не знає, яким бізнесом володіє. Виключаєш телефон, викидуєш карту. Місяць на два куди-то стараєшся тірятися. Юрій Ружин. Бізнесмен, депутат, командир формування «Хортицький полк». Має власний музей, що, правда, сам зізнається, контрабандний. Цікаво, що в останній декларації жоден з бізнесів не зазначив. Проте багато хто називає його власником кінного театру. Один з небагатьох бізнесменів, хто постраждав фізично під час конфліктів з так званим «смотрящим». За що та як, дізнаємося далі. Має зареєстрованих кілька десятків одиниць зброї, а кілька років тому в його двір кинули вибухівку. Говорити є про що. Оскільки заходимо ми від початку в ворота кінного театру, перше запитання, Юрій, для вас кінний театр, що це таке сьогодні? Це бізнес, це частина життя, безперечна частина життя. І більше того, я впевнений, що тут ще й частина бізнесу вирішувалася, якісь угоди ж точно підписувалися на п'янках. Ви одразу відповів на всі питання практично, да. Ну я все-таки почну. Знаєте, я дружив з ребятами, які створювали кінний театр з 91-го року. Это только немногие запорожцы помнят, что здесь, например, ничего не было. Здесь стояло два навеса и лавка. Это конюшня была. А до этого это еще был склад сельхозхимии какой-то, или сельхозтехники при колхозе, который был на острове Хорь. На самом деле это все построено, все сделано руками. И за те 10 лет, 11-й год, мы уже владеем конным театром, мы купили его в августе 7-го года. То есть все, что-то сделано, это сделано за эти 11 лет. А сколько сюда инвестовано? Вы можете так навскидочку сказать? Знаете, я не могу сказать, ну, наверное, все-таки абсолютных цифр нет, потому что мы не проводили какой-то там бухгалтерского учета этих вопросов. Но на самом деле вся прибыль, которая генерируется в конном театре, в зависимости от годов, от посещаемости, мы стараемся дальше реинвестировать сюда же, в какие-то увеличения коллекции. У нас позиция какая? Каждый год мы должны делать что-то новое. В этом году вот мы там барную стойку поменяли, в прошлом году мы сделали навесы, там какой-то год мы построили мельницы, меняем входную группу. Каждый год чем-то надо новым удивлять посетителей, или же это предметы, которые... музея нашего. Мы уже год добиваемся получения статуса музея. Музея быта. У нас тут более, мы считали, более 1000 экспонатов 18, 19, 20 века сельской жизни. Юрій, ви як бізнесмен пам'ятаєте, коли почалося ваше становлення як бізнесмена? Який був перший бізнес і який це рік, як його треба було розвивати? Коли ви зрозуміли, що бізнес – це те, чим хочеться займатися? Наверное, все-таки в інституті, коли я зрозумів, що я точно не інженер-електромеханік. А вчилися на інженер? Да, інженер-електромеханік. Електротехнический факультет Запорожского государственного технического университета. Тоді ще була машинка, машиностроительного института. І в університеті хотілося робити власну справу? Ви знаєте, це був, я поступив в 89-му році. 89-90 это как раз период создания, развала, такие были, знаете, ну, не было денег, были какие-то купоны, были какие-то процессы, зарплаты не справлялись, и, соответственно, государство переходило на новую бизнес-модель, и, знаете, последние, после этого периода 20 лет вся страна занималась посредничеством. Купил, продал, получил, там лучше, там ты кого-то знаешь, там знают тебя, на этом строились все бизнес-модели того времени. Поэтому, конечно, покупали, продавали, строил какой-то системы, что-то там, то есть на самом, ну, период, вы знаете, что такое, там 18-20 лет тяжело зарабатывать. Я думаю, и сегодня тяжело молодежи зарабатывать, просто совсем другие времена. Тогда было легче, потому что практически кто хотел, деньги валялись под ногами. Перший серьезный заработок, как он стався, что купили, что продали? Наверное, такого не было, такого, чтобы именно вот раз, и сегодня ты богатый. Был какой-то период накопления, какие-то деньги вкладывались дальше в какое-то развитие событий. Да, я занимался какой-то период металлом, не самым, конечно, таким этическим и
публичным бизнесом, ну тогда такой был бизнес, да, такой страна вся продавала металлом, вырезались целые предприятия, которые не могли работать, вырезались какие-то системы, то есть на самом деле какой-то бизнес был, да, все-таки это металлом, то есть где-то лет 5 я занимался металлом, где-то с 95-6 по 2000 год. Мне кажется, большинство бизнесменов, которые потом стали бизнесменами, яких мы знаем, ну в контексте там запорізької цієї тусовки, вони якось так, так чи інакше всі вийшли з операції з металлома. Я сразу говорю, я не имею никакого отношения к балке средней, если вы об этом. К балке средней никогда, то есть этими процессами не занимались. Вы знаете, на самом деле тот период был очень как бы разный, было много богатых людей, страна хотела жить богато. Слово «богатство» можно было жить на съемной квартире, ну, если на дорогой там фешенебельной машине и не иметь... Я какой-то всегда был накопительный, знаете, мне хотелось накопить, то есть в первую очередь какую-то создавать базу, потом же, то есть, будем говорить, жить с прибыли, а не в долг. И сегодня как бы в том числе так и страдаюсь, то есть в сегодняшний момент не имею ни кредитов, ничего, то есть в принципе развиваемся и очень аккуратно относимся к любым таким внешним инвестициям в виде кредитов. Якщо говорити про більш масштабний бізнес, фабрика «Селена» – це перший крупний бізнес? Да, Селена, да. Не, до этого у нас был завод, такая история, вы знаете, много историй за рейдерство, это что, история как бы, да, ну, когда вспоминают, что плохое оружие, они говорят, он же рейдер, ну, замечательно, все хорошо, как давайте, а где? Везде. Так а где конкретно? Так мы не знаем. Так вот вопрос, у меня у товарища был отец владелец завода. В свое время он потом стал болеть, это был завод «Земи-10» на набережной, где сейчас будут строить торговый центр возле «Альфа-Плюс». И она, кстати, «Альфа-Плюс» расположена на этих землях, на землях этого завода. И у него его отжали. Просто отжали, просто были такая криминальная группа, подделала документы, подделала решение судов, что-то там, и просто забрали завод. И вот как-то мы познакомились с ним, наши вообще друзья познакомили. И мы начали вместе с ним бороться за этот завод. Мы выбрали. Было больше 100 решений судов. Вот такой был 100 решений судов было по одному заводу. Это продолжалось в периоде это полтора года. Потом все-таки были какие-то мировые переговоры с участием правоохранителей, криминала. Ну, это такие времена были. На самом деле все процессы проходили так. И после этого мы стали совладельцами завода. Это завод, он выпускал электротехническое оборудование, опять же, по специальности. Я кое-что понимал. Это было наше первое как бы, предприятие. Конечно, потом завод, который выпускал электрические шкафы распределительные, он, соответственно, был уже не конкурентоспособен. Поэтому он был потом продан. А по Селене, да, это на самом деле как бизнес, швейный бизнес. Селена очень мощное предприятие было. Оно, Селена была крупнейшим поставщиком верхней женской одежды в Европу и страны СНГ. То есть крупнее Селены никого не было. Это в каких руках? Это с 2000 по 2008, наверное, ну до кризиса. Мы вошли в состав учредителя в 2005 году. Опять же, очередная схема рейдерского захвата. В свободном продаже было около 60% акций. Причем, я вам хочу сказать, мы покупали акции там 30 раз от номинала, в раз. На такой классический рейдерский захват. То есть акционеры получали в 10-15 раз больше денег, чем платили им директора предприятий. Ну, вы же знаете, как у нас приватизировались практически все крупные предприятия Украины, я думаю, СССР, наверное, все-таки по всей территории. То есть владелец приходил и говорил, вы же меня знаете? Ну, конечно. Я же хороший? Ну, как бы да. Но если думаете, что я плохой, то я вас уволю. Поэтому несите акции сюда, фонды, трасты и так далее, взятия были сформированы. Я не буду говорить о запорожских таких случаях, каждый, кто хочет слышать, услышит. То есть все практически предприятия были таким образом сконсолидированы пакеты, и сегодня мы видим там потужные предприятия, только если мы копнем в историю, сколько получили реальные акционеры, которые были при приватизации по задумке руководителя того времени, то есть на самом деле получили не просто копейки, а, ничего. Вот мой отец, мой приватизационный сертификат семьи вложил в какой-то фонд, фонд выкупил что-то, фонд разорился, фонд акций кто-то перевел. Вот так вот делались тогда деньги. Тогда закупались так предприятия, создавались холдинги, создавались большие компании. Мы знаем сегодня этих миллиардеров, их не так много. Все вот это они так тогда работали. Поэтому по Селене мы вышли на свободный рынок. Мы купили около 40% акций. Причем у нас было такое интересное соревнование. Мы, грубо там давали, там, ну, акция там, грубо, номинал гривна, мы давали 1000 гривен.
Директор давал 10, ему давали по 10. Нам по 1000 говорят, вы плохие, вы нас хотите захватить. Ну, вы же берете сегодня, вот сегодня возьмете денег и обеспечите свою жизнь там, на какое-то количество. Вы их никогда больше не получите. Вы не получите их ни боже. В виде зарплаты вы их получите в течение 10 лет. Потом мы все равно сели с владельцем, это Ситников, очень мощный директор, мощный менеджер. Мы сели, как бы переговорили, да, сегодня есть ситуация создалась, мы ваши партнеры-совладельцы. Он говорит, хорошо, мы какой-то период, он был директором, потом мы выкупили у него остаточный пакет акций, мы стали 100% владельцем акций. Весна, кажете, а от погода з нами, схоже, ніфіга не згодна взагалі. Сніг, дощ, трешак, щитой протягом останнього місяця коїться. Така погода особисто у мене дуже сильно впливає на настрій. В таку погоду я не можу змусити себе вибратися з-під ковдри, навіть щоб кудись піти і подивитися з друзями футбол. А футбол ми дивимося десь завжди. До речі, про футбол. Перегляд останнього матчу у нас просто зірвався. Мій друг замовив свої меблі. І через те, що вони не прийшли в Запоріжжя вчасно, ми просто не змогли комфортно сісти і повболівати за наших. Сказали, що погодні умови, всі діла, і його замовлення навіть в Запоріжжя ще не прийшло. До речі, про комфортний перегляд футболу. Якби мій друг замовляв свої меблі в ательє авторських меблів «Альба», такого трешака б не сталося. По-перше, у цієї феєричної команди є власні потужності виробництва, що забезпечує вам своєчасну доставку вашого товару. Коротше, пояснюю, ви щось придумали, ніхто не береться це реалізувати і втілити в життя, ви приходите в «Альба» і кажете, у мене отут-от є свій план, треба, щоб було отак, отак і отак, і ніхто це не може зробити. «Альба» береться, реалізовує і ще й доставляє вам це все своєчасно, не зриваючи перегляди матчів. Ще величезна приємність. Тут сповідується принцип «один клієнт на все життя». Іншими словами, заради довготривалих і взаємовигідних стосунків тут не проти понести короткотермінові збитки. Ніфіга собі. Іншими словами, вам приснилася фантазія щодо кухні, зали, спальної, гардеробу чи дитячої? Ви приходите до цих чарівників і вони вашу фантазію втілюють в життя з крутючим дизайном. «Альба» і футбол ми б не провтикали. У вас же ще є ваш персональний, в кавичках, в гарному сенсі, фетиш – це праски, утюги. Да, это отдельная история. Мы когда-то с друзьями ездили, это, наверное, было лет 9 назад, на охоту в России. И из Москвы в Ярослав есть такой город Любим, и там есть российский музей утюга. Угу. И мы с ребятами увидели эти утюги, это было достаточно интересно, там большая коллекция. И какие-то предметы из этой коллекции выставлялись на продажу. Мы их купили, привезли в Запорожье, отсюда возникла идея, а почему нам не сделать такой музей? И мы его сделали. Хотя я хочу вам сказать, все утюги, которые привозились сюда, это все контрабанда. Сегодня законодательство Украины... У вас музей контрабанды? Да, да, ну, в какой-то мере, да. Сегодня законодательство Украины, оно на самом деле именно по предметам старины во всем мире запрещен вывоз. А у нас еще запрещен и ввоз. То есть я какими-то путями, у меня друзья с России, я очень много утюгов покупал в свое время, когда еще была возможность бывать в Москве, очень много утюгов покупал там, потому что российский рынок старины все-таки гораздо интереснее, сильнее украинского. И провозили какими-то... То есть на самом деле утюг – это предмет контрабанды, чтобы вы понимали. Завезенный он или же с Европы, или же завезенный с России, разницы нету. Вы знаете, я провозил... То я зараз, вибачте, перебью, я зараз сколько бачу, там 20 экспонатов, это все контрабанда. Не, это многим, это утюги. Ну, на самом деле, на улице здесь стоит более такая обширная часть коллекции, более уникальная стоит в середине. То есть утюги привозились с Нью-Йорка, с Парижа, с Лондона, с Вены, с Амстердама. То есть из тех городов, где я побывал, я начинал, если получалось это субботнее утро, начиналось с толкучки в каждом городе. То есть я був на толкучках практично всього міра. Ружин – сірий кардинал утюгової контрабанди України, можна говорити. Дивіться, коли я спілкувався з Дрозденком, я йому задавав питання, кажу, Максиму, те часто називають рейдером. Він каже, мені не подобається зміст, який сьогодні вкладають в слово рейдерство. Якщо брати класичне розуміння і розібратися в дефініціях, то це слово не несе ніякого негативного контексту.
Тобто є ж класична рейдерська схема, якщо відкинути весь негатив, то це класична схема? Смотрите, на самом деле, если мы говорим уже об этом, есть три вида: серый, черный, белый. Есть европейский, американский опыт. Кстати, вот у нас год назад по рекомендации киевских товарищей приезжал на кинотеатр такой американец лет 60. Очень ему нравится история казачества. Вот он специально с Америки нашел через посольство коммуникации, чтобы вот ему здесь побывать, вот остров Хортица. Ну так дядя такой, хочу сказать, распоряжается фондом $16 миллиардов. Он мне подарил книгу, вам потом покажу книгу с дарственной надписью «Лучшему запорожскому казаку». Так я вот на английском языке начинаем открывать, переводить. Классический рейдер. Американский нормальный рейдер распоряжается трастом $16 миллиардов. Вот у него как бы, да, слияние, поглощение, какие-то процессы, это европейский вид, это белое. Когда есть свободные акции компании, когда компанию надо проинвестировать деньгами, люди хотят как бы за это получить какую-то долю управления. Фактически, когда идут слияния, да, то есть идут какие-то, я уже не в этом процессе уже много лет. Да, мы занимались рынком слияния и поглощения, да, это, я этого не скрываю, то есть, но это все было в белую. Есть серые, когда незаконные решения судовые какие-то еще, а есть черные, когда просто приходят, вот ты проснулся утром, а ты уже не владелец. Переоформили документы какой-то там, Днепровский, Волынский, ну куда подальше добраться, Черновецкий или еще где-то там подальше, на границе, я знаю, были решения судов, приезжают туда ребята разбираться, откуда родилось решение судов, говорят, а у нас даже факса нету, говорит, мы даже не знаем, что вы тут роботы, там до границы с Молдавией километр, говорит, мы не знаем, а как у решения судов, так это не наша печать, а система запущена, так вот это черные рейдеры, которые реально отбирали, но все, что можно было отобрать, все, что плохо лежало, или человек просто слаб по своей как бы, сущности. Поэтому, вот, если мы к этим вопросам относимся, то так все и происходило. Сегодня это главный ваш бизнес? Это не бизнес. На самом деле, это, как вы правильно говорите... А вы же гроши приносы. Вы знаете, если мы возьмем есть такой коэффициент, коэффициентами все ценится, то есть ни один коэффициент сюда не применим, потому что если мне скажут, слушайте, с таким коэффициентом зачем вы сюда вкладываетесь, ну не, это не бизнес-модель, она не может быть бизнес-моделью, потому что даже простые цифры, у нас в прошлом году было 35 тысяч посетителей. Але вам ще належить торгова марка «Запорізька залога». Звісно, ми все забрендували, всі торгові марки всі є у нас, на всякий случай, як говорять. Тому що, ви знаєте, будь-які успішні проєкти, вони звичайно знаходять людей, які хочуть ними використовуватися. Так от сьогодні 35 тисяч туристів. Із них 10 тисяч – це ті, які у нас по програмам. Це АТО, сироти і так далі, і так далі. Тобто на кожен от 10 тисяч ми по програмам посещаємо. У нас є от така пачка грамот, відзивів, відповідей. Ми, ну... А на утримання скільки всього йде? От давайте, ж, давайте ще 30 лошадей. Сколько не 30 лошадей у нас є, це тільки казачих, ще 10 спортивних. У нас конюшні є на второй території, 40 лошадей. Сторожа, корма, електричество, налоги, налоги зарплат, налоги на землю. Мені складно уявити. І так далі, і так далі. Да. Поэтому точка безубыточности – це 20 тисяч чоловік. 20 тисяч чоловік оплачених. 25 – это уже идет какая-то прибыль, с которой можно проводить какие-то ремонты, какие-то улучшения, какие-то пополнения коллекции и так далее. Ну, бизнесом затяжел. Но как коммуникационный, в какой-то мере, это коммуникационная площадка. В какой-то мере, как я говорю, для меня это оттачивание творческой грани личности, потому что практически все, что здесь построено, это я планировал, я присутствую, я... Хожу, я придумываю, от как бы в такому форматі все. Ну, мені здається, ще важлива стаття така дохода на кінному театрі. Це, мабуть, проведення корпоративів. Я двічі був учасником корпоративів, і наш виступ тоді коштував, в принципі, не дешево. Я вам більше скажу, тільки корпоратив, тому що сьогодні сюди ніхто не приїде обідати. Ми розуміємо, як би проблему дороги, проблеми цих 8 кілометрів плохої дороги. Поэтому корпоративы, да, то есть здесь размещались, я вам хочу сказать, самый большой корпоратив был лет, наверное, 5 назад, ДТЭК, крупнейшая ахметовская компания, гуляла тут какой-то очередной свой юбилей. Так вот, они, кроме этой локации, привозили сюда еще на 1000 человек, у них построен был навес, у них были фуры кухни, фуры туалеты, фуры душевые, и на этом корпоративе присутствовало 1000 человек ДТЭКа. Це найкрупніший, на мой взгляд, корпоратив. Скільки організація такого корпората коштує? На самом деле немного. Послушайте, я не знаю, сколько им она стоила. Нам они выплатили за локацию, за день, за представление каскадеров конного театра. Це пару тисяч доларів.
Нет, тогда это было около, ну, да, наверное, 50 тысяч гривен по тем временам. Но это с кухней, с питанием, с какими-то вопросами. На самом деле, сегодня конный театр находится в нижнем ценовом сегменте обслуживания, что и привлекает к нему большое количество людей. Почему? Потому что найти локацию, где можно на улице посадить там 200 человек или 300, достаточно тяжело в Запорожье. Ну, а плюс до цього, мені здається, люди, скажімо так, специфічні, їм тут комфортно далеко від людей в разі чого і тихенько. Ну, вам здесь комфортно. Мені тут дуже комфортно. Тут другая энергетика, это все-таки свежий воздух, это историческое место, это место со своей энергетикой в первую очередь. Знаете, к нам, опять же, из коммуникации, пойдем дальше, приезжали тут экстрасенсы, и Глоба был, и Кашпировский был, все тут были. На самом деле тут прошли сотни артистов, политиков, президенты практически все были. Януковича не было, слава богу. Да, ну, это слава плохо, богу, это, боитесь, это, вам педистрал карму. Это плохая карма, хотя вот я вам потом покажу, у меня там фонарь висит с дачи Януковича, это в свое время, когда наши там ребята участвовали в освобождении Мариуполя, они мне привезли в подарок с дачи Януковича фонарь, который отмародерили, на мародерили. Отмародерили, да, отмародерили фонарь, хорошо. Пусть это их самое большое мародерство было, где, может, расстроены были, может, нет. Ну, как ну есть, про карму есть. Вы дуже правильно переживаете. Пам'ятаєте, мені Янукович заклав перший камінчик в будівництво мостів, ми їх не побачимо ніколи, як мені здається. Яка найдорожча покупка була у Ружина як у бізнесмена? Ну, для душі. Ну, у вас задекларовано 3 золотих годинники. Це не дорого. Я шучу. Задекларовано. Ні, один я покупав, 2 мені подарили. Один у мене, один у жени. Тобто, на самом деле, слово дорого, як пам'ять, як в деньгах. Вы знаете, я увлекаюсь оружием, пока у меня там около, на мне около 20 единиц оружия, охотничьего, стрелкового и так далее. То есть я лучше к этому подхожу. Но вам тут на конном театре еды стрелять никто не хочет. Ни в коем случае, о чем вы говорите, это заповедник. Ни разу. Мы не имеем на это права. Не вышел в пиймане. Не имеем на это права. Более того, мы боремся с браконьерами здесь. Рейды организовываем, в том числе и с Хортицким полком. Поэтому, я думаю, пока олени могут спать спокойно, чуть мы тут навели порядок. Про Хортицкий полк. Если написать в гугле Хортицкий полк и відсортувати это все по зображення, первое зображення, если не знать Ружина, особисто, буде виглядати, що це зображення Рембо з якогось фільму. Така смішна фотографія, да. В чорних рейбанах, з беретом. Це ми в обласному, ну, якесь сонце на вулиці, можна ж очки одіти, правильно? Да, хорошо. Ноль претензій. Я не люблю, конечно, фотографії розміщати, вони попадаються обычно как-то с улицы. На самом деле все просто. К беретам, вы знаете, нужна была идентификация. То есть подразделение может быть воинское, любое, только когда оно группа. То есть люди в кепках, в панамках и в тапочках – это не подразделение. Поэтому еще в марте 2014 года было принято решение, как мы будем отличаться от других. А давайте оденем черные береты. Вот мы их одели. Это просто вот, простое решение, и сразу свой чужой. Вы знаете, я тогда еще у меня было нормальное со зрением, я носил на такой очки солнцезащитные. Сегодня ношу уже только, к сожалению, очки. Три роки зерзи псувався? 4-5. Уже 5 лет война идет. 5 лет уже, да, практически. Пятый год пошел. Свідомо був обраний образ. Ні в коєму случае. Это была территория областной больницы. Тогда, вы знаете, было много парамилитарных формирований, особенно всем нравилось показывать, что мы сила. И когда по криминальному делу пришел АБЭП выемку документов делать в областной больнице, у господина Тяглова, появились какие-то ребята. И не пустили АБЭП. Ну, 14-й год, мы же все помним, как это все было. Да и не пустили. Нас попросили АБЭП тогда, в то время мы уже как бы плотно сотрудничали с УВД. Говорят, ребята, давайте, чтобы не было милиция, тогда очень, так знаете, на воду дуло, чтобы, не дай бог, не было с гражданами, каким-то с громадскими формированиями каких-то. Давайте, вот вы поможете нам провести, и вот мы тогда и были. Просто стоял на улице, уставший, в бронежилете, 7 часов, а девочки... Смотрите, сегодня Рэмбо. Ну вот как бы так. Ну хорошо, пусть Рэмбо не самый плохой персонаж. Ни в коем случае. Нет, я, знаете, мне не нравится. Вот мне лично не нравится. Ну дивно, мне подобалось. Ну правда. 20 одиниць зброї на вас... Офіційно. Офіційно. Слово офіційно мене трошки дивує, не офіційно значить більше. Найцікавіший, найважливіший екземпляр. Это все интересно, это отдельно, опять же, тема отдельной передачи. Есть разные, есть и пистолеты, и пулеметы, есть и снайперское оружие, есть как бы охотничье оружие. Вы официально владеете кулеметом? Пистолет-пулемет. Нет, это такая модель так называется. Ну все, оно же одиночные патроны стреляет. Это модели так называются.
Видалюйте это оружие, если вам будет интересно. Я проведу вам отдельную как бы мастер-класс. Мастер-класс. Но... Вы знаете, вот вас почему вас не было, когда мы проводили для журналистов? Ну, я вам поясню. Моя позиція як журналіста була для того, щоб мені можна було, я багато, ви знаєте, їздив по зоні АТО, як журналістом, щоб не було ніяких провокативних фотографій, що тут він журналіст, а тут фотки зі зброєю. Я зброю спочатку ви знаєте, вперше взяв 2 тижні тому на інтерв'ю. Тарас, на самом деле, я розумію вопрос, же фотографування, це було лічне діло кожного во время цього соревнования. То, але є питання принциповості все одно. Да, но человек, любой человек, мужчина, женщина, должен уметь владеть оружием. Это тут наша принципиальная позиция. У меня жена стреляет, у меня дети стреляют. Я всех близких, независимо от там, стараюсь привлечь, научить, как минимум научить держать, научить стрелять. Это тоже задача какая-то определенная. Все 21 зброї тримаєте дома? Да. Я сразу подумал, кто ж ко мне после этого захочет прийти домой. Є у мене друг один журналіст, ми до нього так прийшли, а у нього ну, все в сейфі. Але він у мене сейфова кімната, сейф це не влізе. Спеціальна кімната є, да. По закону по-другому не можна. Ми зайшли якось в гості до нашого друга, тьоска ваш, до речі. Зараз він в Запоріжжі вже живе. А він збирався в тир, і у нього оця от зброя, коли він її пакував, вона по всій хаті. Кажу, Юру, ти що так хріново з нервами? Він каже, да, взагалі просто капець. Знаєте, в період 2014 року у мене вдома було стільки оружия, у мене маленькі діти, і вони ну, взагалі не обращали внимания, от може так ребенок через автомат какой-то пройти там дальше, дальше. Да. Ну це нормально, це бит такий був, тобто ніхто на це не обращав внимания. Ви маєте на увазі зброю, яка Хортицький полк? Чи... Так, офіційно. Вот самый интересный утюг, вот видите, это гофратор. Им гофрировались юбки у женщин в 19 веке. Есть утюг, видите, на спирту. Только европейский вариант, вы же понимаете. Ну, европейская культура потребления. На территории славянская, славян, он не прижился на спирту. Не шли, да. Даже низкий КПД. Очень маленький. Вот эти два утюжка покупал в Вене. Сколько коштовал такой? По 100 евро каждый. Вот это очень уникальные вещи, их практически сегодня нету. Евро. Сегодня их нету в наличии, это оригиналы. Это манжеты и кружева гладить. Это вещи, их целая серия, вот они идут номерные, это один из номеров. Есть вот утюги, это вот на газовом конденсате, видите, тут газовые горелки, это вообще технологичная какая-то, это американцы. Это зараз делали... ради прикручивать тому не актуально. Да-да-да, я понял, не работает. Опять же, вот еще на газу, видите, плута называется тоже, но это для больших прачек делался. Газ, кто выработал? Это Европа, французы, по-моему. То есть на самом деле, на утюги же они же разделяются, есть с элементом, вот как здесь, видите, это европейцы так придумали. Вот, вынимался элемент, нагревался элемент. Вкладывался, делался. Вот эти утюги, вот на самом деле, очень интересные. Так, где они все закрыты? А давайте здесь удобнее покажу. Вот, знаете, для чем эти отверстия? Уявления не маю. Я сам не знал, пока мне не рассказали. Это тараканов ловить. Серьезно? Как в России уничтожали тараканов? Вымораживалась изба. Ну, тараканы что же хитрые? Вместе там где-то заползали, ждали. И туда ставили утюг, вымороженную избу, ложили туда угли. И они на эти угли на тепло заползали, и там потихонечку, чтобы они могли сюда заползти. Там, то смотрите, это тараканоловки. Многофункциональные. Видите, именно, да, именно для этого эти отверстия есть. А да какие есть, з, типа, гербами? Это разные заводы, разные, ну мы же понимаем, у нас, как сейчас, наверное, ширпотреб делает, так раньше был, каждый уважающийся город должен был иметь заводик по производству утюгов. А сколько в коллекции у вас всего их? Более 200. Но тут он определенно уникальный. Вот видите, тоже уникальный утюг. Причем, раз попробуйте, это женская работа. Он весит около больше 10 килограмм. Ого. Это утюг Кайзер называется, немецкий. Видите, это милитаризм конца 19 века. Он сделан под броненосец. Видите, у него даже труба, как у корабля, стоит. Вот милитаризм отражался национально даже в утюгах. Ну вы так детально это знаете. Это вот российские утюги, видите, вязь такая. Да, конечно, каждый их покупал. Где-то у меня у каждого своя история, как я его... покупав, як провозив. Це дуже прикольно. Ну, насправді цікаво. Скільки зараз формування Хортицький полк, скільки в ньому людей? Слушайте, я би сказав, що сьогодні достатньо спящее состояние, у нас нет задач на самом деле. То есть мы свои задачи, которые были на тот момент 14, 15, 16 год выполнили. Сегодня мы не хотим играть мускулами. Ни в коем случае. А можете? Не хотим, не хотим. Это наша позиция была с первых дней. То есть только государство имеет право на силовую вертикаль. Если же государство
с этим не справляется, как бы Янукович, или наоборот перегибает, тогда выходит народ, именно на защиту народа, на защиту украинцев мы готовы выйти в любой ситуации. А играть мускулами там, под радами, под советами, под какими-то там, неправильно. Неправильно. Если это будет народ, а мы видим, когда выходит народ, это сотни, тысячи, миллионы людей, как это было. А когда выходит, лагеря под радами, какие-то палаточные городки, которые финансируются и так далее, это, честно, противно. Противно. Эти акции, люди политизируются, уже не знают, как дальше конвертировать свою позицию в 2014-2015-2016 года. Надо конвертировать, это уже история. Это история, знаете, мне иногда приятно, вы знаете, для нас это тоже история, Хортицкий полк, мы не кричим об этом, никто не говорит о том, что вот мы же помним, мы же там были и так далее. Все прошло, история, удержали, смогли, молодцы, всем спасибо. Нет, спасибо, и так хорошо. Хотя приятно, встречаешь многих людей, которые мне знакомы, говорят, Юрий, мы вас знаем, помним, спасибо. Вы знаете, так приятно, очень искренне приятно эти процессы. Все, больше ничего. Хортицкий полк сегодня несет службу там в Хортицком районе, в некоторых районах ребята вместе с МВД, у нас полиция, именно только с ними по закону помогают, вы знаете истории, и в убийствах помогали, чтобы мы из контекста не учили, в раскрытии убийств, в поисках убийств, то есть это много мероприятий, да, у нас есть костяк, наверное, 50, которые сегодня могут участвовать в этих мероприятиях, но люди работают, люди как бы сегодня содержат свои семьи, у нас, наверное, человек 50-70 сегодня служат в вооруженных силах, в нацполиции, в нацгвардии. Мы с некоторыми ребятами поддерживаем связь, с некоторыми не поддерживаем, хотя бы на Фейсбуке видишь, их нет. То есть на самом деле вот такая история простая. Ну, мені приємно, що ви от усвідомлюєте, що треба змінюватися, і цей час минувся, вже історія. Все пройшло. Все пройшло. Нельзя это, нельзя, потому что на самом деле я же вижу по многим, что происходит. На самом деле это противно. Все, ребята. Сьогодні ж очень все просто. Хочешь воевать? Военкомат, контракт. Хочешь защищать в полицию? Есть, иди в полицию. Хочешь еще куда-то, иди в правоохранительную структуру. Хочешь бороться с коррупцией? Да вообще все очень просто. Но мы хотим, на самом деле есть такие люди, знаете, пожизненные активисты. Вот они хотят быть активистами. То есть, а им 14-й год, именно 14-15, может быть, не так, дал возможность ими быть всегда. Они решали какие-то вопросы. Их губернатор приглашал, советовался. Они могли зайти на этих начальников ВД, хлопнуть дверь. А сегодня обидно. Чи правда, що в 2014 році Служба безпеки України ставила окремі задачі Хортицькому полку? Такого Служби безпеки спросите, чого ви мене спрашиваете? Если какие-то задачи и были, то они, наверное, не публичные. Я зрозумів. Добре. Щоб завершити, в принципі, тему Хортицького полка, не можу не спитати про ситуацію з залком. Багато хто приписує, що це насправді було... Слухайте, нам говорять до сих пор, ви ж там пилите залк. От нам до сих пор говорять, ви ж там имеете к этому отношення. Я не буду говорити, що ви пилите залк або пилили, я ніколи так, до речі, не говорив. Ні, нам говорять, я просто сразу розширяю вопрос. Я його звужу назад, з вашого дозволу. Все дуже просто. Я просто просто. Моє питання, чи було це лобіюванням кандидатури на посаду директора? Простая история. 14-й год, март месяц. Много предприятий дают денег на фонд обороны области. Мой товарищ, партнер набирает директора залка, говорит, слушайте, такая ситуация в стране. Причем мы даже не вникали в собственность, я тогда только узнал, что залк российский потом уже. Вы можете помочь? Мы здесь не будем вопрос решать, мы у нас хозяева в России, и мы вообще вас тут видели в какое-то нехорошее, реально послали нас. Угу. Что такое? Мы идем в СБУ, говорим, такая-то история, говорят, негодяй, ладно, идем еще раз, ладно, может, передумаете, попросили. Они еще раз послали. Мой товарищ поехал туда, на него написали заявление. О вымогательстве и так далее, денег, хотя все официально проходило, официальные письма были перечислены, пожалуйста, деньги на фонд обороны области, чтобы помогать всем вопросам оборонным, которые идут. И тогда мы говорим, слушайте, и каждый день оттуда выезжают машины с металлом. Они его реально понимали ситуацию, они ускорили его пилёж,
Ну, там реально работало человек 100-150 только на распиле. Мы взяли, переклырили. Один, второй, третий, пятый раз выставили посты к нам, причем к этому хорошо относилась служба безопасности Украины. Для них это была как бы возможность повлиять в тот момент на процессы. Хорошо относилась УВД к этому. То есть, ну, хоть кто-то мог оценить, у них не было таких ресурсов, как были у нас. Да, да. Вы помните, на тот момент там пробовал Айдар зайти на алюминиевый комбинат, в середину даже проникли, хотели там. То есть каждый думал, что алюминиевый комбинат — это способ зарабатывания денег. Ну, возможно, для кого-то так и было. Потом уже в 2014 году приехал к нам тогда Олег Ляшко, а мы уже начали плотно общаться, и мы ему рассказали об этой истории. И тогда уже в 2015 году, именно с инициативы Ляшка, как депутата, Масичук тогда был, там Лозовой, они приехали на завод, они обратились в фонд госимущества, и тогда пошли иски, первые, об отмене продажи акций россиянам. Именно они были ініціатори. Почому ж? То есть ми как би... Я правильно розумію, на момент блокування Хортицьким полком ви ще не були членом РПЛ? Ні, не були, звісно. Я членом РПЛ став в 16-му році, 15-му, після виборів. Да, поэтому история. Потом, конечно, там господину Филоненко, бывшему командиру батальона «Шахтер», понравилась эта история, сегодня там замдиректора, причем он вышел с РПЛ, в связи с этими событиями, ну, директору сказали, тем более РПЛ — оппозиционная партия, ты или замдиректора алюминиевого комбината, или член РПЛ, он был 30-й в списке в Верховную Раду. Но он выбрал алюминиевый комбинат. Это его право работать. Я с ним встречался, они говорят, мы будем развивать, мы будем запускать. Я говорю, ну, слушайте, серьезный вопрос. Говорят, да, будет финансирование, государство готово. Ну, наверное, он больше знает, поэтому развивают, запускают. Мы к этому отношения не имеем. Хотя несколько раз мы еще блокировали собрание акционеров. Сегодня вы уважаете, что правильно робили в обоих выпадках? Конечно, конечно. То есть на самом деле он вернулся в государственную собственность. Это же приятно. Приятно. Пусть государство дальше в лице Филоненко или в лице кого-то еще считает нужным с ним делать. Хочет порезать — пусть режет. Хочет на его базе сделать какое-то другое предприятие, там хорошее. Да, оно в государстве. Оно в государстве. Ну, вы знаете, все-таки Дерибаски ближайшему сподвижнику Путина щелкнуть по носу все-таки приятно. Вот скажите, приятно ж? Вот мне приятно. Я не знаю, может, вы знаете, там мне в 15-м году кидали гранату домой. Возможно, это с этим связана эта история. Не с этим связана эта история. Потом там на каких-то российских сайтах меня там по таких... Ну, это вы для своего имиджа сам себе кинул? Не, это потом кто-то оговорился. Ну, по сути, каждый может прийти ко мне домой и посмотреть, сколько у меня, 200 осколков во всем доме. Поэтому я могу для имиджа кому-то порекомендовать такие имиджовые процессы. Набагато простіше, так? Да, да, да. Хортицький полк використовував зброю, яка офіційно на вас числиться? Ні. Ми оформляли на ребята вже. У нас как бы, очень много ми денег потратили, потому что, вы знаете, 2014 год, вот он был такой сложный, на самом деле мы не знали, что будет завтра. И вот мы собрались как-то с Тиуновым, с Лобосом, с Каневцом в 2014 году, и давайте посчитаем, что у нас есть. Вот, милиция у нас есть? Милиции нет. СБУ есть, да, на тот момент там численный состав весь, он там был на той стороне. Завтра с Крыма или там, это еще Славянск, со Славянска 200 километров. Что мы можем вообще предоставить? 400 человек. То есть те, кто имели оружие, имели какой-то опыт, имели желание, мотивацию и так далее. Вот простая история была. Вы знаете, в 2014 году, когда Гиркин пошел на Донецк, на 90% ожидали, что он пойдет на Запорожье. А между Славянском и Запорожьем не было ни одной воинской части. Когда был прорыв на Донецке. Когда сегодня говорят, как Гиркину дали захватить Донецк, и в связи с этим потеряли Донецкую область, мощный промышленный центр, а не было вариантов как-то помешать этому. Зазвичай своїм гостям я задаю одне питання, чи кому ще, крім тих, про кого ми вже знаємо, 2010-ті вдалося пережити складніше, ніж 90-ті? У вас я навіть запитувати це не буду, тому що досі триває цей судовий процес, і я маю на увазі часи Анісімова. Вы знаете, я как бы никогда так в жизни не боялся, как тогда. Я как бы стоял, считаю, что мало чего в жизни боюсь, но тогда боялся. Вот боялся, знаете, были моменты, что так выключаешь телефон, выкидываешь карты, предупреждаешь близких на месяц, на два куда-то, стараешься теряться. То есть ты вроде как бизнесмен. Я на тот момент уже был там депутатом облсовета, как бы, то есть у меня какой-то публичный был статус. А ты просто отключаешь телефон и уезжаешь, потому что та машина, которая работала тогда, ей было все равно.
кто ты, что ты. То есть люди, мы знаем, Луценко, Тимошенко, то есть просто каток, который перекатывал всех. А Запорожская область была одна из самых показательных, Запорожская и Одесская, в которых происходили все эти процессы. Поэтому вот, было страшно. І досі триває суд над... Ви там як потерпіла сторона, правильно? Нет, я нет. Я как свидетель, да, я давал показания, как свидетель во многих процессах, потому что многие вещи я видел. Ну, я считаю, это тоже плохая история Запорожья, она прошла. И очень важно помнить ее и напоминать о ней обществу, чтобы она не повторилась. Чтобы никого не возникло, знаете, вот сегодня я так отслеживаю некоторые процессы, то там маленькие смотрящие появляются, то там маленькие появляются. Да. Но они растут, они же растут. Так вот, чтобы они большими не выросли, надо всегда им напоминать о том, что наказание неотвратимо. Правда, що саме в золотому офісі вас тоді дуже сильно побили і зламали челюсть? Не в золотому, на Анголенко офіс. В офісі на Анголенко? Тут серебряний, наверное, как он, не знаю, ну, первый офіс, а не сьогодні. Да. Да. Ну, жестоко збивали, на самом деле. До сих пор я клянусь, що хоч би одну фотографію зробив. Но діти вважали, що у папи грип, папа болів місяць, дітям лицо своє не показував. Ви в лікарні були чи заховались від них? Ні, ну, зашитий був повністю там. Бідати, без подробностей. Я розумію, це не одна подача була, якщо аж так сильно був побитий. Жорстоко. І ви говорили в одному з інтерв'ю, якщо не помиляюсь, виданню «Новий день», що це не один був прецедент, коли там в кавичках було, що мучили в золотому офісі. Це був фізичний да, там, прес? Послушайте, на самом деле унизить человека один из самых легких способов – это его избивать, избивать ногами. То есть на самом деле ломать. Как раньше ломали, как вот ломали там в советские времена. Как на самом деле это как поломать человека? Это его унизить. Унизить прилюдно, унизить публично. Вот, знаете, все эти, помните, шакалы фильмы, когда, знаете, мою тещу уволили с работы после фильма «Шакалы». Говорят, не-не-не, она же у нас работали. Говорят, это опасно для нашего бизнеса. Говорят, твоя родственница оружена. На самом деле эти все процессы ломки происходили. И один из самых интересных этапов – это публичное физическое унижение. Как Черняка избивали в «Капиталисте». То есть на самом деле таких случаев уже было много. Потому что не все готовы о них говорить. Ваш выпадок публичным не стал, насколько я помню. А как? Ну, послушайте, на самом деле у нас разный вес с Евгением Александровичем и мой в публичном плане. Евгений Александрович уехал в Москву, у него бизнес там везде и здесь. На тот момент, после этого, он боролся, он сражался. Мы в разном весовой категории. А куда мне было? Что мне надо было делать? Это был начало 13-го года, февраль 13-го года. Что я должен был делать? Идти в милицию? С чем? Я правильно розумію, що до цього побиття причасна та людина, яку зараз судять? Грек? Так. Він безпосередньо брав участь в цьому? Так. Я розумію. Є ще одна, не знаю, як правильно навіть сказати, легенда, не легенда, а ну, на рівні чуток. Або підтвердіть, або спростуйте, що на самому початку становлення Анісімова ви з ним намагалися чи то домовитися, чи то співпрацювати, і були бізнесмени, до яких ви приходили від імені начебто Анісімова. А потім ви відмовилися від співпраці, за що отримали серйозне побиття? Везде є доля правди. Доля правди в цій ситуації в тому, що дійсно пробували наладити отношения. У нас офіси через дорогу. То есть приходили, да. Ну, ви знаєте, очень є такі, опять же, мотивації для налаження отношений, коли маски-шоу приходять на всі твої предприятия. Мотивує дуже сильно. Да, мотивує, да. Я ж говорю, почему как бы арестовують от директор конного театра. Ее арестовали, посадили. Она лечилась в больнице, там, заработала, Боткина. Там. Ну, на самом деле история, которая бьет даже не по тебе, а по твоим людям, как бы, знаете. То есть конный театр, сюда приезжали маски-шоу, и бульдозера хотели загонять, чтобы его сравнять с землей. То есть мотивации было очень много. И вы знаете, это тоже унижение, там приходишь в офис к Евгению Александровичу пообщаться, и 8 часов сидишь, ждешь. Мимо тебя проходят все, а тебе нет времени пройти. Ну, говорят, он сегодня еще знает, он не может этого сделать. А ты сидишь. И все, кто видят, тоже видят, что ты там сидишь. Зачем ты сидишь? Почему ты там сидишь? Ну, никто ж не спрашивает. Вот Витя тоже молодец, пришел показательно. Видишь, пришел Жиружин, сидит. Видите, каких мы ломаем, как мы все это делаем. Все было достаточно продумано и просчитано. Да, пробовали договариваться. Конечно, пробовали. Вы зараз вы намагаетесь продолжить? Были и финансовые. А финансовую? Были и финансовые. Ну, брали с нас денег. Достаточно большие суммы. Це відсотки чи це фіксована сума була, наприклад, мільйон? Суми були. От у нас проблеми з налогом. Ой, я ж не беру, мені ж нічого не треба, тут налоговий треба. Тимарцеву, там Тимарцев прочит, там 100, 200, 500. В доларах? Так.
как? Ну, ты ж понимаешь, надо ж давать. Там, пока ты думаешь, тебе еще пару раз пришли на предприятие. То есть были, ну так на самом деле все. На самом деле так все происходило. И навіть вся офіційна зброя в цьому випадку не могла допомогти. Ну, это дело, какую грань ты готов перейти. И многие люди переходили эти грани. Вы не перейшли? Мы не перейшли. На самом деле все очень просто. Есть площадка для выступлений. Мы ее пробуем запатентовать, это на самом деле очень уникальное выступление в чем? Потому что все конные трюки во всем мире происходят в цирке по кругу. И в чем проблема? На круге лошадь не дает больших скоростей. То есть на самом деле вас посадите завтра на лошадь, и у вас не будет проблем. Вы удержите, все будет хорошо. Тут же 150 метров. Лошадь развивает на самом деле максимальную скорость, и в конце бочки, где она ее гасит. То есть всадник на лошади залетает в бочку, лошадь видит перед собой постоянный круг препятствий, и он ее в этом круге осаживает, сбивает ей скорость. А чего не запатентовали, кажется, что намагались? Не получилось, как бы есть проблема патентования. У вас есть другие патенты? Ну, какие-то есть, выступление чем уникально, потому что тут показывают скорости. На самом деле наши каскадеры работают по всему миру. Вот сейчас мне недавно такое связывалось, Сергей Ермошенко снимается в крутом фильме, играет главную роль Данила Галицкого. Слушайте, присылает, я вам дам его координаты, слушайте. И ребята нам показывают, они работают в Китае, в Америке, в Европе. На самом деле уровня каскадеров, выращенных в Запорожье, они работают в Киеве. Это они, я говорю, но в Киеве вообще очень красиво живут. Все каскадеры киевские начинали в Запорожье. В Ирландии, в Англии. Конному театру, насколько я знаю память, практически 30 лет уже. Представляете, сколько ребят он воспитал? Кузница кадров такая, да, справжняя. Хотя, я вам хочу сказать, нет ни одного целого каскадера. Все поломаны. Очень травмоопасно. Были у нас тут разные случаи. Были травмы очень серьезные. Были у нас даже один тут товарищ, правда, в возрасте, умер прямо на поле. То есть разное. Это на самом деле, вот я смотрю каждое выступление, я понимаю, сколько это все сложно, как это травматично, и каждый раз его смотрю с замиранием сердца. Зарплата не покрывает риски. Любой трюк, он практически смертельно опасный. Крім цього всього, наскільки я пам'ятаю, ви на цій території займаєтесь розведенням і ще пожвавленням, скажімо так, фауни острову. Кілька років тому білочок ви випускали. Ні, білочок ми не випускали, давайте. Це не ваші білочки. Білочки наші, ми їх не випускали. У нас був ангар з білочками для посетителей. Ну, білочки, существа любознательні, вони збіжали. Я по собі знаю, так. Да. Вони збіжали, так. Да. Ясно. Да, они сбежали. А разводили мы один раз, это было в 2008 году, мы купили оленей, завезли на остров, мы пошли какую-то адаптацию. Сегодня вот мы с вами ехали, видели оленей. Двух, это, вы правда, знаете, да. Это приятно, потому что мы точно, к этим оленям мы точно имеем отношение. И вот они какой-то, сегодня есть какой-то ореол их обитания, какое-то небольшое стадо, там 10, 20, 30 голов. Ну, если не будет браконьера, надеемся, что не будет увеличиваться. На цій території в ресторані, або просто на території якісь важливі для вас бізнесові питання вирішувались? Я б не сказав, нет. На самом деле, любые бизнес-вопросы, которые решаются, как вы говорите, ну, в ресторанах и так далее, они не имеют продолжения. Есть отношения, есть, то есть многие люди просят, как бы, многим приятно, что именно хозяин заведения организуют им какой-то банкет. Конечно, мы помогаем. Это близкие наши друзья или знакомые, или друзья знакомых. Мы идем навстречу, любые условия. То есть нам, вы знаете, есть праздники, которые мы организуем для себя в ноль. Просто в задоволении? Просто, да. Ну, значит, можете, да, себе и дозволить. Конный театр может себе позволить. То есть на самом деле, если бы у него стоял вопрос принесения финансовой прибыли, конечно, бы, наверное, была какая-то другая концепция. Не можу не помітити, що ви говорите про конний театр цей, як про свої дітище безпосередньо. Ви говорите, що приємно, коли зустрічають хазяїн заведення, але ж це місце, воно ж у вас не задекларовано в останній декларації. Ми до цього повернемося, у мене нічого не задекларовано. Я вам поки розкажу. Якщо буде питання, я вам на нього відповім. На сьогоднішній момент конний театр принадлежить матері моєї жінки по документам. Хитрий Юрій. Це ж сім'я? Ну, та логічно, сім'я? Да. Ну, все, які проблеми? Фактично. Я ж не скриваю, я ж не говорю, що там хто-то, возможно, а я где-то, да, это сьогодні. З вами цікаво говорити, з тої точки зору, це не перше інтерв'ю, де ви не приховуєте, що на вас нічого не задекларовано, але, в принципі, ви можете дозволитися і бути успішним бізнесменом. Ми к этому вопросу, якщо ми вже почали, сьогодні є кілька моделей владіння имуществом. От я назову їх, от ми візьмемо по двум крупнішим нашим фінансово-промисловим групам – Ахметова і Коломойського. Ви бізнесмен, який сьогодні не володіє своїм бізнесом згідно декларації?
семья владеет. Есть две системы бизнес-модели в Украине, они, может быть, там где-то с какими-то люфтами больше-меньше, еще раз говорю. Одна система – это ахметовская, виртуально интегрированный СКМ, понятные владельцы, понятные бенефициары, есть четко публичная политика, они работают, развиваются, выходят на ИПО, работают, привлекают зарубежные кредиты. На, вот сегодня мы знаем, что кредитование у нас вот на Запорожстале должно было быть, миллиарды долларов на улучшение экологии, но сегодня Украина в войне не так хорошо его дают. И есть другая система, Коломойского. Вот мы можем сказать, чем сегодня владеет Коломойский? Мы знаем, к чему он имеет отношение. Давайте так правильно говорить. Мы знаем, к чему он имеет отношение. Это тоже бизнес-модель. Это тоже бизнес-модель, потому что господин Коломойский достаточно такой агрессивный в бизнесе, в политике, во всем. Это одна из способов защиты. Если у Ахметова, ему не надо было защищать. У него всегда при власти. Донбасс всегда давал власть. Донбасские избиратели всегда давали Ахмету власть. Ему не надо было защищать. И дает сегодня, в каком-то мере дает. Мы знаем, что система все равно работает, система ОПА-блока, система как бы избирателей. У них есть свой избиратель, своя построенная политическая вертикаль. Они в тренде, они в политике, они есть и будут. В каком-то более или менее в другом, возможно, электоральном отношении. То у Коломойского другая система. Он защищал свой бизнес с помощью распределения своих активов по разным системам. Где офшоры, где... в разных лотах. Да, да, да. Такая же система и у меня. Возможно, не в этих масштабах, где мы, где Коломойский и так далее. Но дело не в этом. На сегодняшний момент, слава богу, пережили руину. Я называю это временное правление Януковича. У нас ничего не отжали. Это говорит о том, что эта система сработала. Вы знаете, когда есть активы наружные, с оружием все просто. Закрыл его по какой-то причине, как у нас была куча историй, когда возбуждались уголовные дела. Кстати, на меня тоже возбуждались. Да, это мы потом к этому подойдем. Да. И легко все переписать. Когда все активы разрознены не, на какую-то систему, мне потом показывали, как во времена Анисима, на меня готовили систему моего, чем я владею, как. Схему, я сам запутался. Я сам запутался, кто кому, я, где принадлежит. Ружин сам не знает, каким бизнесом владеет. Да, почему ж не знает? Ну, конечно, знает. Зачем же вы? Потому что у нас же передача бизнеса, вы говорите, что я не знаю, где что. У меня есть. Все знаю, все контролирую, все хорошо. Да. Может, не все хорошо тем, чем контролирую, но я точно знаю, где. Поэтому система есть. Хотя сегодня, я вот уже в этом году собираюсь практически строить другую систему. То есть мы переходим в публичную плоскость. То есть я считаю, что сегодня... В сегодняшней Украине такая система защиты бизнеса, она уже не работает как защита, то есть она уже не принципиально не интересна. То есть сегодня есть у нас уже задача перейти в публичную плоскость и строить холдинг, опять же вертикально интегрированный. И исходя из него, думаю, вы в течение года увидите, то есть будем переводить компании под одно управление, и управляющая компания, конечно, я и мои близкие будут совладельцами. Ми тут так сидимо, і в спину мені дуже тепло, ви говорили про цю піч вже, і ви в декларації значитеся як співвинахідник пристрою для спалювання газу. Да, це хороше. Знаєте, в кінці 90-х к нам обратилися київські учені, якась комунікація була, ми тоді теж ще були достатньо молоді, вони в своє час з київського політеха розробували, занимались огоревочными устройствами. Ребят, давайте, говорит, помогите нам финансово, мы запатентуем, это будет общий патент, будем как бы продвигать. И мы очень много лет этим занимались. На самом деле, не все так хорошо, как они рассказывали. Не все... Но вы найма не просили, в конце... вы особисто там были? Я особисто. Нет, конечно, я был как финансист этого проекта. У нас было много пилотных проектов и так далее, и так далее. Сегодня могу сказать, что только на Запорожстале, вот мы как-то сидели в одной компании с покойным Сацким Виталием Антоновичем, он, конечно, ну, очень мощный руководитель был, это бесспорно. Жалко, что мы потеряли такого человека. Но он говорит, Виталий Анатольевич, вот скажите, сколько вот наши горелки, мы на Запорожстале работали, сэкономили газа? Он говорит, ну так, говорит, на одном вот 40% на ковшах, на сушка ковшей, есть такие ковши, когда сушатся, 40% газа. То есть на самом деле экономят этих устройств, там, в чем смысл смешания в определенной пропорции под определенным газа и кислорода, и воздуха. То есть и это именно дает факел, и факел дает нагревание, там как бы так примитизирую, рассказываю более в таком примитивном понимании. И вот за счет этого сегодня экономия по Украине, наверное, миллионы кубов вот этой серии прикрути. Не надо прикручивать, надо технологически развиваться. Очень все просто, было бы желание. Это тема отдельной передачи по ЖКХ, по экономии, по всему. Да, я вам потом как-то, если вам будет интересно, расскажу, в чем проблема Украины, почему это все не делается.
А коротко зможете сформулювати, в чому проблема України і чому не робиться? Корупційна проблема. Сьогодні неінтересно, то сьогодні є тариф. І тариф, він є, його платять. Нету смисла економити. Будете економити, уменьшиться тариф. Уменьшиться тариф, уменьшиться поступлення. Логіку розумієте? Логіку, да. І ще раз повторюю. Ставимо економічне устройство, починаємо економити. Уменьшається потребление газу, а це тариф. Значить, треба уменьшити тариф? Значить, буде менше денег поступати. Менше денег поступати, менше возможності з ними работать. І так далі, і так далі. Програма прикруті йде проти законів логіки. Ні, програма прикруті, вона как бы это, ну, единичный случай такой, знаете, всплеск, как бы прикруті, должен быть, как все должны пролетать, мы нация, мы прикрутили, но на самом деле это такое, ну, смешная история. Я думаю, она ещё долго будет господину Порошенко вспоминаться. Хотя на самом деле тут ничего такого нету, то есть у нас одна из самых энергозатратных в энергетическом плане экономик мира. До того, як ми сіли на ці стільці, ви говорили, що у вас є цікава, унікальна історія, як вас церковники відлучили від церкви. Ну, вона не унікальна, наверное. Вона, на самом деле, все просто. Ну, я правильно зрозумів. Я в своє время достатньо у нас були хороші отношения з Іосифом. Ви знаєте, він іной. Просто он не в свое время родился. Такой воинствующий епископ, да, мы с ним ездили на лошадях, мы с ним общались, а причем общение было такое больше не церковное, больше. Не-не-не, он очень спортивный, он не толстый был тут, нет, он очень такой крепкий, как бы, и так далее. Так вот, но у него была такая фишка, и он, как молодой епископ, он приглашал со всей Украины, России, Европы, тут побывало практически все руководство Русской Православной Церкви. Все, ну, не было только Кирилла Гундяева, да. И вы знаете, соответственно, я это все видел, общение, какие-то вопросы, отношения к вере, отношения к каким-то вопросам. То есть я вроде как, знаете, попал в иной мир, в иной круг. То есть я, возможно, если бы они понимали, что я понимаю это все, возможно, мне вели себя по-другому. Но не вели себя в своей среде, и эта среда, как бы, знаете, после этого я в церковь не хожу. От не можу себе заставити. Після спілкування з священнослужителями. Я хорошо, я вірю, я как бы все понимаю, я стараюсь соблюдати заповідь. То есть веру ми в каждый ищет сам себе. Но именно обрядовая часть этой веры, вот я не могу зайти в церковь. Вот просто не могу. Вот как-то, может, бесы какие-то не пускают. Я уже говорил там со священниками, вот что, объясните мне, что это за ситуация? С тобой надо, чтобы духовники поработали. Ну, вот такие ситуации с меня духовники. Да-да, нет, ну, общение, конечно, пастыри. Говорю, если когда вы мне объясните одно, второе, третье, пятое, из того, что я видел, из того, что я знаю, ну, Юрий, ну вот так как-то. Ну, как-то так. Так надо. Питання до вас більше як до політика. Як ви оцінюєте сьогодні... У мене язик болить, коли я говорю оце от свіжа кров, молоді політики, як вони сьогодні так заляпалися. Як ви оцінюєте взагалі оці от корупційні скандали? Слушайте, як досвідчений політик? Я в шокі. Ви знаєте, от на самом деле молодіж сьогодні, от я посмотрю даже по облсовету, очень много молодих політиків. Ну, візьмемо тільки лідерів фракції Гришин, Марченко, слушайте, і везде скандали. К сожалению. На самом деле політиці нужна молодая кровь. Очень важно, чтобы приходили новые. Пусть приходят идеалисты, пусть приходят прагматики, но пусть приходят. Ну пусть, давайте, даст суд. Я думаю, там на самом деле высуну с пальца все, знаете. Стадионы стоят. Нет, дыма без огня не бывает, я не буду говорить. То есть, ну, знаете, знание усугубляет скорбь, я, наверное, больше знаю в некоторых процессах. Да, дыма без огня не бывает, но на самом деле высуну с пальца. Знаете, как история с Шишкой. Ему вменяют 12 миллионов, вот истинно 12 миллионов, а скорой помощи куплено 12 миллионов уже 7 лет как ездят. Такая, знаете, вот они ездят, они еще до сих пор стоят 12 миллионов, а ему иск меняют. На самом деле эти истории при этом законодательно достаточно сложны, хотя там очень много простых процессов, открываем прозора и поехали. Кто за что закупает, допороговые закупки и так далее. Ну, это то, о чем мы вам с вами говорили, о структуре, которая сама сегодня коррумпированная, которая сегодня до сих пор не реформирована. Да, это отдельная история. Ну, ви вважаєте, що це найбільш корумпована система, яка тільки може бути? В БЕП? Да. Ні. Ну, це все, как бы, все относительно регіонів, относительно личностей, относительно... Ні, я думаю, ні. У нас всі системи корумпірові, на самом деле, тому що ми дуже тяжело понять
любому гражданину України, почему чиновник работает за 3000 гривень или за 5. Будучи образованным, компетентным, волевым, с хорошим мышлением. Там же не должно работать других, правильно? Да, вот они почему-то ж работают. Ну, потому что можно прикурить десь нормально. Да, и это ж портит, на самом деле, это ж портит генетику. На самом деле это портит карму, генетику. На самом деле, знаете, мы ждем, вот мы все растем. Вот у меня там дети уже старше, дочка взрослая, вот у меня в Европе живет, и младше. Вот я, например, когда просят их в школе каких-то денег, я отказываю, мы не должны их давать. Давайте это выносить в публичную плоскость, давайте. Не должно быть коррупции в школе. На самом деле коррупция, значит, на детей учить в школе. Дайте на то, дайте учителю. Там банк дайте... краски, там стопка да, бумаги. Да, там нас, то, да. А там есть такие школы, я не буду там называть, давайте, но без личностных каких-то процессов, но там целые системы. Целые системы, начиная с поездок. Ну, всех есть дети. У кого в Европе? С поездок, здесь я имею в виду, в Украине. С поездок детей, с закупок определенных дневников с логотипом в школе. Да, это все система отлажена. Поэтому за то, чтобы везде должны приходить новые люди. Везде. Вот у меня один из самых больших личностных конфликтов по вопросам, по этим, с Самардаком. Когда мы пришли, мы говорили, давайте поменяем всех директоров коммунальных предприятий. Всех. Пусть идут за вами, пусть помогают нам. Давайте поменяем эту систему. Ну, но у вас такие последствия понятны. Мы меняем, очень тяжело, очень это все идет. Кадр вопрос один из самых сложных. Поэтому... Ну, у вас не слабый такой конфликт моральный с Брилем, наскільки я розумію. Чи зараз полегше? Уже мы зладили многие углы. Сегодня, сегодня ситуация, все-таки я думаю, что мы сможем построить линейный ускоритель в Запорожье. Вот у нас эта тема сегодня точно объединяет. На самом деле, знаете, хочется больше позитива. Я даже своих журналистов на сайте Вести прошу, говорю, давай, ребят, больше позитива, дайте больше позитива. Но давайте не будем вот этими телевизионными, когда открываешь телевизор, убийство, изнасилование, мошенничество, все. Это обмовка по Фрейду, я своих журналистов прошу. Да, сайт Вести это тоже входит в орбиту как бы наших предприятий. Мы этого не отрицаем. Мы этого не отрицаем, хотя они достаточно независимы, то есть независимы в каком плане, мы точно не влияем на редакционную политику. И есть вопросы, которые касаются партийной жизни нашей, нас лично, каких-то наших позиций по многим общественным вопросам, мы их выражаем. Остальное, я думаю, ваши коллеги не дадут соврать, что мы не вмешиваемся. Там сюда испытаю вас зараз. Вы сказали, что дочка у вас в Европе учится. Да, она закончила Пражский университет. Чехи, да. Зрозумів. Коли були найгірші, найтемніші часи, скажімо так, да, от за Анісімовим, чому ви не виїхали за кордон? Була ж така можливість? Я себе не представляю без України. Я живу здесь, Запорожжя, Україна. Я даже не хочу в Київ переїжджати. Мені вже в течение там, 10 лет друзі звуть в Київ. Говорять, другі деньги, другі комунікації, другі питання рішати бізнес, бізнес, другий, другий. Ну, не можу. Мені подобається Запорожжя. Я люблю Запорожжя. Взагалі не хочу. Не путайте туризм з еміграцією, знаєте, як є такий анекдот старий. Порада як від бізнесмена більш молодим бізнесменам, щоб побудувати сьогодні успішний бізнес. По-перше, мене цікавить, от ви сказали, що маленькі такі міні-смотрящі починають з'являтися. Чи допускаєте ви в теорії, що часи такі, як от там 13-й рік, можуть повернутися? Ні. Друге общество вже, друга молодіж, другі люди, друге розуміння. На самом деле, є розуміння того, що якщо ви йдете вместе, можна любые трудности перейти. І наостанок, що ви можете порадити молодим бізнесменам, які тільки розвивають свій бізнес, на які граблі не наступати, і яку літературу, до речі, ви читаєте? Послухайте, на самом деле все ж дуже просто. Я точно не бізнес-гуру, не веду якісь бізнес-тренди. На самом деле дуже просто. Сьогодні не 90-е, не 2000-е, сьогодні 2018 год. Другий мир, мир міняється. Очень, мир меняется так быстро, что даже многие не успевают за этим следить. Образование, знание языков, понимание о том, что мир и бизнес многогранны. Очень, я вот, например, своих детей очень даю, стараюсь им дать очень гибкое многогранное развитие во всех областях. Мы им не навязываем какие-то определенные рамки. То есть быть очень гибким. Сегодня бизнес очень гибкий. То есть, и, конечно же, быть специалистом. Потому что сегодня, вы знаете, много молодых людей, украинцев, работают за рубежом.
Много людей работают в IT-компаниях. На самом деле сегодня уже мы входим в другой мир. Мир меняется, еще раз повторю. Нам очень важно меняться вместе с миром. Если я остановился на месте, знаете, как Сизифов камень, тогда его надо катить вверх, меняться вместе с миром. Если ты остановился, камень тебя обладает. Все очень просто.